Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю в результате проведения оперативных мероприятий на месте незаконной рубки в Петровско-Забайкальском районе задержана группа черных лесорубов. 10 задержанных являются членами организованной группы, которые на протяжении 2 месяцев совершали вырубку деревьев породы сосна и лиственницы, не имея на это разрешения. В ходе работы сотрудники уголовного розыска и следователи установили, что в организованной группе существовала строгая иерархия и разделение полномочий. Для переговоров злоумышленники использовали радиостанции. Подозреваемые выбирали только качественную древесину, которая высоко ценится на пунктах приема леса. В настоящее время установлено, что задержанные незаконно спилили около 300 деревьев, причинив лесному фонду ущерб в сумме более 600 тысяч рублей.